Вы смотрите канал улицы Москвы. И мы на Душинской улице. Здесь граница районов Нижегородский или Фортово. И двигаемся от Перовского проезда к шоссе энтузиастов и торговому комплексу «Город». Явно выделяется на фоне остальных, является собой жилой комплекс «Геометрия». Ну, тут вообще много нового жилья в окрестностях. Взять ту же территорию завода «Серп и молот», который застраивается постепенно. Комплекс «Город». Всего их два, и они в принципе находятся относительно недалеко друг от друга. Один на Рязанском проспекте в начале, а другой вот здесь вот на шоссе энтузиастов. В принципе, мы в этом цикле выпусков были и около того города. Пешком, наверное, минут 20 идти. Есть Щепелюгинский переулок влево. Машинка проедет, но все равно. Город.
Тут, наверное, только проезд, да? Ладно. Только для машин. Посмотрим еще. Странные шоссе энтузиастов. Такие уже дома там вон, типичные для Дангауэровки. Старые. Для окрестностей.